Паш, ты по 100 килограмм, он чуть меньше, 95 килограмм тебя. Линия. Значит, Кенжибек Бокоев ведет селекцию двух линий. И красный кошкар у него, вот посмотрите, и черный кошкар. Вот этого кошкара он покупал, насколько я знаю, у Мирлана, да, Мирлан? Как у него кличка? Адмирал. Он в 2018 году занял третье место по ресурсу, по-моему, да? На выставке. Какой у него сейчас возраст? Его уже в этом году есть, ребята, или будем ждать поставки. Только поставки. Вот так, чуть-чуть прогоним, прогоним. Какое количество матчей? Также вам будет надо. Также они сейчас проходят корректировку на демонстрацию новой породы, знаете, да? Это в будущем будет новокыргызская порода, да, представители вот из них. В данном случае вот вы на видео видите, довожу до сведения, что 31 мая 2020 года в Кыргызстане будет проходить вторая международная выставка породных баранов. К тому времени мы это уже страшно. Так, теперь давайте.